Доследственная проверка началась в Забайкалье из-за жесткой посадки. Самолет Ан-2 в селе Красный Яр Забайкальского края сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Установлено, что после совершения посадки самолета при пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло его капотирование. Говорится в сообщении, инцидент произошел 31 мая. На борту находилось двое детей, никто не пострадал. Прокуратура начала свою проверку. На место выехала комиссия. Самолет компании «Сибирская легкая авиация» из Магадана выполнял рейс по маршруту Чита-Тунгагочин-Красный Яр.